Всем привет, ты на канале X Меркурий. Это будет Project Zomboid. Выживание будет самое первое. Не по моему опыту, именно первое будет, чтобы просто его попытаться как можно дольше пожить. Это будет режим в стиль игры Апокалипсис. Ну давай первое. Чисто все будет случайно, потому что... А чё бы и нет. Тонкая кожа, психообучаем. А, плохо обучаемый, астматик, слабый слух, владение топором, атлетичный, сильный. Также профессия, скорее всего, какая интересная. Дровосек, ну, да. В принципе-то чё. А, ещё что-то можно, давай. Бодрый и демон скорости подойдет. О, давай тоже по рандому. Будем играть за... Давай синенькой рубашки. Ну, пойдет. Имя у нас будет... Так, это женщина. Дороти. Какая-нибудь опасная фамилия, давай. Что может быть опасней, когда у тебя начальник с фамилией Приказчикова? Подойдет. Это все не надо, и играть. Настал конец времен. Драматично. Нет никакой надежды на выживание. Мы все-таки пытаемся выжить. Как бы. Че ты нас так? Это история вашей смерти. А, ну то есть ты у нас за нас все решил, все, ты нас слил, я так и понял. Все хорошо. Допустим, опустим. Конечно, будет печально, если мы где-то в начале все запорим. Все, начинаем. Обучение. Ой, с туманом сразу. Неплохо. Что у нас рядом есть? В принципе, нормально. Пока мисс закроем. Попытаемся пока мисс немножечко по-тихому. Лавки, наушники. Самое нужное. Там, скорее всего, нету. Я, кстати... Ой-ой-ой. Давай ванну. Там ничего нет интересного. Тут тоже нет, да? Ладно. Давай консервные ножи. Лопатка. Это даже не оружие. То есть оружия у нас нету, да? Бутылка пива. Ну, давай заберем. И брокколи. Брокколи мы съедим. Чисто так. А, там, получается, шортики же есть, да? Шорты, да? Плавки. А, их нельзя порвать, понял. Ну да, вот надо же в туман, конечно же. Я думаю, это не очень быстро все будет, конечно. Да. Сейчас побежим, нормально все будет. Чего мы переживаем? Ой, что-то вас... Капец, как много, на самом деле, на квадратный метр. Все, уже паника. Так. Вот он через большой закуточек. Я не думаю, что они так сейчас быстро пойдут. Блин, правда, их на самом деле очень не видим. Я не знаю, как открыть. Не разбивай. Серьезно, понял. Может, дверь про... Ага, открыто. Если открыто, открывай. Нет, не открыто. Ладно. Может, через дорогу есть что-нибудь? Как минимум, тут есть. Вот. Дверь. Через дверь просто быстрее. Ага. А чё, вначале... О, вот, отлично. Всё. Так. А я отсюда не выйду потом. Тут ещё радио. Выключить. Давай оружие какое-нибудь. Карандаш. Художники, по идее, так и сражаются. Я куда-то карандаш потерял. Творные кроссворды. Не думаю, что их надолго это задержит. Они все это ломают, да? Да, получается... Ага. Я уклонюсь, нормально. Так. Дай пройти. Открой. Нормально, еще не цапнули, походу. Нет, нормально все.
Ой, блин, дровосек, ты как-то, я не знаю, тебе топор бы побыстрее. Все, отойди от меня, не нужно. Давай, 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 открывай. Ну, открой, открой, открой. Я понял. Слишком долго открываешь. Ясно, ясно. О, да, реально апокалипсис. О, кстати, если завалить, можно оружие забрать. Но слишком много вас тут вначале. Блин, туман очень плохо координирует, конечно, нас. Балки. О, в мусоре что-нибудь есть. Классно, там ничего интересного. Бутылка пива. Чтобы хотя бы трезвым не умирать. Ну да, не так больно, наверное, будет. Ну хотя это бутылка пива. Ну все, у нас уже экстренная паника. Я не знаю, какие-то. Сильная дрожь в руках, крайне сложно сосредоточиться. А, ну вот, скорее всего, просто сражаться. Отвратительно будет, елки. О! А, это пугало. Я уже думал, чувака просто повесили они. Давай передохнем. Давай выпей полностью. Ай-яй-яй. Давай на ходу побыстрее. О, может быть, что-то и в этом есть. А можно же из бутылки просто сделать розочку. Во-во-во-во-во. Все правильно, все правильно. Давай быстрее, быстрее, быстрее. Разбиваем бутылку. Вот. Взять в основную руку. Отлично. Взять в основную руку. Вот. Ну ладно, вас крайне много. Надо хотя бы какое-нибудь место, где я могу прятаться. Потому что я не думаю, что розочка долго вас задержит. Может, она вообще одноразовая? У нее ж... Так, подожди. К домам, на самом деле, все равно надо. В лесу нам... Ненадолго мы там останемся. О, походу, она многоразовая. Во-во-во. О! Пинки, неплохо. Елки-палки. Потом моды надо поставить хотя бы, чтобы увидеть, сколько у них здоровья осталось. Насколько это эффективно. А-а-а, все, состояние уже критическое. Вот тебе и бутылочка. Я даже не знаю, овощ. А, здесь их тоже полно. Не, только агрю их. Она за... О, там забор. Через забор можно потом скрыться. Мне кажется, все-таки в апокалипсисе у них орлиное зрение стоит. Потому что... Ага, через туман. Вот даже я нифига их не вижу. Откройся. Открыто. Все открыто. Я не знаю, все плохо. Вообще ни черта нет. Что за поселок? Я вроде город нажимал. Ой-ой-ой. Ай-яй-яй, все, понял. Да, а хотя паники, кстати, у нас нет такой теперь. Все-таки пиво работает. Не паникуешь так сильно. Мы уже умеренно устали. Буты, ее починить можно, да? Клеем этим, да? Скотчем там немножечко. Может, машину найти? Ага, найду. Ну, по идее, в машине так-то можно спрятаться. Там стекла, конечно, боковые отвратительные, но лобовое хорошее. Посмотрите, насколько они умные еще. То есть, если их поставить на максималку, конечно, они там вообще звездец. Скорее, нельзя залезть. О, что-то есть. Ну там ее облепили, да? Подожди. Вдруг она с ключами. Да, блин. Рискнуть, не рискнуть. Давай рискнем. Так, пересесть на первую. Багажник, багажник, ключ, ключ, ключ. Угу, понял. Подожди, подожди. В четверку. А, высаживайся. Беги, беги. Какие картоны? Да блин, так беги. С что ли нажал? О. А, здесь вас тоже банда, да? Давайте вот так. По краешку, по краешку, по краешку. Здоровье, кстати, ничего. Все отлично.
Уж тут открыть. Наверное, их тоже много. А, все закрыто. Вот тебе торговый центр. Закрыто все, как обычно. Ой. О, туман, кстати, все рассеивается. Только сейчас обратил внимание. Они в доме. А у вас урон, походу, достаточно сильный, раз с одного удара там выбиваете и стекла. А, все, сильная паника. Все, скоро экстренная будет, отвратительно опять все будет. Откроешь? Я понял, все. Беги-беги. Толкни его и беги дальше. Беги-беги-беги-беги. Открой. Отлично. А, все. Хоть какое-то оружие, не знаю. Йогурт, покушай. Лопатка, кастрюля. Так, что еще? Вилки, бокалы. Открывай. Пить. Открыть окно. Можешь открыть окно? Открыть. Нас замуруют здесь, если таким образом. Так, здесь можно? Во, здесь. Открыть. Подожди, может что-нибудь... Вантус! Ремень. Посмотрим, насколько он эффективный. Кстати, чё, а как-то? Как урон смотреть? Так. Урон есть небольшой. Как у кастрюльки. Как интересно, вантусом кого-то завалить можно? Оторвались. Всё. Смотри, живем еще немножко. Ну да. Я зомби. Обалдеть вас тут. Давай. А, чисто палкой будем бить. Можно было просто... Там смягчается. О, давай. О! Ой, чё? Ой, понял. Вантус сломался об вас. Эй, ты, иди сюда. Это за то, что не кушаешь мою еду. Я вообще-то готовила. Старалась. А ты пришел. Ай, меня укусил, зараза. А, кровотечение, подожди. У меня бинтиков нет. Я ничего не рвал. Подожди. Объедали. О, все. Царапина же на самом деле, да, не сильно, но. Так, а что порвать-то можно? Футболку. Порвать одежду. Рви быстрее. Так, побежали. Так, почему грязная тряпка? А, футболка, наверное, просто грязная была, ладно. Так. Ой, зря тут, да, вот надо через дом. Чисто беготня вся. Ой, сонливость, это все. Ну ладно. И, кстати, забыл, что мы брали и что мы вообще умеем. Ты что, в наушниках или это серьги? Да, отойди от меня. О, все, мы устали сильно. Надо передохнуть немного, все. Вот, перед ударами. Кто такие сильные? Вы вроде мертвы. О, все, бежим. А, откроешь дверь. Все, я понял. Назад. Так. Экстремальная незначительная, сонливо сильно. Все сильное перенапряжение, скорость у нас. Все, надо скидывать всякое. Вот зря, кстати, чистые тряпки скинул. О, заколоченный дом. Можно, если что-то хотя бы открыто. Давай. Ага, ну вообще все заколочено. О, перелезть через забор. О, смогли. Ну, а через высокие-то они не смогут, наверное. Что? Какая-то еще калитка была. Понял? Так, скорее всего, там ничего нет. Придется просто немножко пройтись. Все. Передохнули. А, тут двойной забор. Ясненько. О, все, они... А, ну... Открыть. Мы его там забьем. Внутри. О, он ползает. Фига-то, конечно.
Может, пнешь просто? О, все хорошо. Закрыть. Нету этой шторки. Степлер, степлер, степлер. О, отлично. Банка из-под пива. Она бесполезна. Вот на второй этаж потихоньки, потихоньки. Блин, а вдруг реально тут кто-то есть? Мы устали. Зашел как сейф домой, на самом деле. Так, ну в принципе, все чистенько. Я бы сказал, даже подозрительно. Так, так, так. Все хорошо, конечно. Что-то я слышу помимо этого. Галстуки. Такие поясные сумки. Так, все хорошо. Да какой поставить? Надень, пожалуйста. Давай на живот. Винтовка. Сколько там патрон? Ноль. О, оружейный кейс. Поставить. Давай на пол. О. О, винтовка на два патрона, конечно, да. Только приманить их побольше. Ну все, вроде. Пилость усталость. Пластырь, помада. О, кстати, да, надо перебинтоваться. Снять. Пластырь. Сейчас все попьем. Сейчас все будет хорошо. Переживать. Было бы чему-то переживать. Теперь все, теперь надо поесть. О, грейпфрут. Нифига себе, еще как четко. Я грейпфрут сам давно не ел. О, отлично. Прям вообще какая-то беготня. А музыка напряженная. Начас. А, все, он уже восстанавливается. Просто заберем. Крекеры и сушеные. Жажда. Какая-то фигня. Потайная комната или кладовка? Что это? Стиралка в отдельной комнате. С огромной коробкой. Пустой. Все, мы устали. Кстати, нифига себе нож. Может быть, он хорош. Надо поспать. Закроем шторы, у них все-таки орлиное зрение, может быть, реально заметит. Все, а времени мы не знаем, сколько спать просто. Поспи. Отдохни, поспи, все будет хорошо. Звук какой-то был. Че все красное? Не очень. Па-па-па-па, ну это... А, тряпочки, тряпочки. Давай штуку. Нам много тряпок не надо, потому что мы с собой много чего не увезем. Все. Ясно. Ухо рвешь, что ли? Они же легкие. А? Не знаю, что такое. Тряпка можно. О, все, хотите. Если мы его запустим и убьем одного. Раз. Два. Три. О, у него оружие. Кажется, отвертка. Шея. Оп. Да какой... Интересный прием. Да, отвертка. Кстати, отвертка нам может понадобиться. Ну и так, все закрываем. Машина есть где-нибудь поблизости? Надо открыть вот эту дверь, чтобы... Машины. Большое скопище на самом деле можно собрать таким макаром. Все, все, мне кажется, заметили он там. Эти заметили? Это еще. Что, надо в машину быстрее сесть. Какие-то все поломанные. Как они могут поломаны быть? Ядерная война как будто была. А, ключи. А на что я надеюсь? Ключи в машине появлялись бы всегда. Классно. Багажник хоть есть? Мог сломан. Так все плохо. А никого нет. А, это там из дома лупится.
Давай тебя так раздавлю. О, отлично. Что-нибудь есть у тебя? Куртка. Надеть. О, понял. Так. Все. Дёры опять просто побегушки и убегушки. Как можно больше собираем их здесь, и все, они замедлятся. Ага, а про эти вот скопища кто сказал? Я им не говорил свое местоположение. Вдоль побежим. И за угол. Не пойти. Апа, за углом еще одни. Может, все-таки открыть? Ник там плавал. Баба с гранату кинул. Ну, жалко, никакой. О! Может, у него есть что-нибудь есть? Бумажник! Это самое нужное. Что там есть? Чего там нет? Ни ключей, ничего. Эй, даже пнуть не могу. Он, походу, кстати, какой-то в пространственном. Так. Есть молоток, пила, разводной ключ. Взять в основную руку. Через несколько секунд среагируем. Давай. Пока отдохнем. Легко. О, все. Вот это я не продумал. Ну, тут окружение, наверное, пахнет. Если вон в той стороне никого нет хотя бы. Вот он пусть перелезет. А я перелезу обратно его. Тут я, сколько помню, закрыто было. Если я тут... А, да, я тут лазил. Вот. Перегрев. Ну, это ладно, перегрев. На что он вообще влияет? Пока незначительно, поэтому это как-то незначительно. Да отвратно, блин, чё? Перелезь. Пока сил есть. А, все, заметили. Тут я на самом деле сам лоханулся. Убивают все. Что, все закрыто, как-то неудобно все сделано. О. А, все, я понял. Умеренное напряжение. Так. Грильница, домой зайти. Обалденно. Пошел в жопу. Перелезь, пожалуйста. Так, на второй этаж. Пока никто не видит нас. Эти кровищи, блин, не помыться, не... О, бейсбольная бита. Блин, она тяжелая на самом деле. Ванна, нужна ванна. Вот, отлично. Все, попить. Умыться. Всю одежду. Может, не успеет прорваться. Ой-ой-ой. Все, я понял. Я поспешил. О, ё-моё, сколько вас тут скопилось. Внизу хотя бы никого нет, наверное. Наверное. Ага. Тут дискотека. Все. Открывай. Беги. А, нам по ноге попали, да? Сейчас. А, все, понял. Правая ступня, царапина, кровотечение. А ты уже хромаешь. И перебинтоваться сейчас не получится. Да нет, беги просто. Они сзади? О, да. Где можно переэтоваться? Перекантоваться. Нам негде, на самом деле. Это все очень легко они обойдут. Скорости у нас нет. Че так темно? А. Давай подумаем. Открывай. Давай дверь. О, дверь. А, закрыла. Все. Вверху. Открыть. Перебинтуйся-ка. Тряпку наложить. Есть. На всякий случай.
Напряжно. Отворное. Давай пока еще. А, все, сытная еда, все хорошо. Нож для хлеба. Блин, это все какое-то не очень, на самом деле. Пока не ломится вроде. Кстати, пусто довольно-таки. Кожаные перчатки. Берет. Пиджак. Полезно. Женый кейс снова. Запасливые они, конечно, поставить. Давай на кровать. И там... Чисто так, я не знаю. Давай на спину это... А он с магазином как-то. Потом вынуть из коробки, потом один, перезарядить это все дело. И сколько там патрон? Двадцатка. А, ну М14. У нас еще двадцатка осталась. Опасно открывать, конечно. Все-таки от... Ага, оторвались. Я тебя пристрелю, как только зайдешь. Да застрели ты его. Потихоньки. Ну все, это ГГ, конечно. Так, понятно. О, ну-ка. Что? Ага. Она все будет. Давай подождем какое-то время. Просто по-разному как-то. Они окружают дом. Мне кажется, все-таки у них интеллект нормальный. Давай. А, все, на меня напрыгнули. Нет, не пинайте. Я беретку потерял. Вам хана. Ну, хотя бы парочку. А ну, отвалите. А они из меня то же самое сделают, да? Ля-ля-ля-ля-ля, тополя, отойдите от меня. Не надо, не надо, не трогайте. Беги, 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 беги. Всего-то экстремальная паника. Что ты хочешь? Давай, что там есть? Ясно. Еще беги, 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 беги. Так, ну грязный бинт, это хотя бы у тебя бинт имеется. О, вот это я зря. Блин, а вдруг там спасение на самом деле все равно. Ага, спасение. Ну да. Так, а, мы отсюда это пришли. Ругаля немножко дали, да? Че все темно? Все, нормально закрыли. Так. Нет, я здесь не был. Здесь ничего не открыть. Че, пока разбивать не надо. Снотворное. Кстати, да, снотворное бафнич. Ага. Поставить все. Вот здесь. И здесь. Что в них? Пистолет. Это лучше, чем винтовка. Винтовку выбрасываем. Выкинуть. Все выкидывается. Пистолет возьмем. Коробку. Там есть. Магмум. Нет. Теперь заряжается, наверное, быстро. Револьер все-таки. Как его взять в руки? Взять в основную руку. Можешь... Ой, не-не-не, подожди. Это я уже... Это у меня паника. Вставить магазин. И на РР. Перезарядиться, все. Так, быстро. Так, вынуть из коробки. Все, я уже сам. Все. Да, давай. Они уже ломятся. Сейчас все нормально будет. Время, скорее всего, ночь.
Ну что, наверное, не ищу. Да почему вы внизу, блин? Отвратительно. Ха-ха-ха-ха. Пока патроны лишний раз не тратим. На других побережем. На кого, правда, да. Вот сюда, наверное. Вот этих сейчас подстрелим. Ну да, подстрелим. Если... А? А, никого нет. Все нормально. Они еще... Они пока тупенькие. Высокий забор. А, давай. Ну да, отлично. Я уже сам не вижу. Никого нет, да? Отлично. Но они обойдут его быстро. Не, ну в лес идти это еще глупее. Надо где-то переночевать было. Давай не об дерево. Перелезть можно, я помню. Все тут. Не надо, не надо, не надо. Свет, 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 пожалуйста. Отлично. Они там внизу. Угу. Да почему везде свет? О. О. Гардеробная. Отлично. Платье. Умирать так со стилем? Это что такое у тебя? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Все-все-все-все. О! Ужас, 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 ужас. А, нет, кушайте. Было больно. Как будто я орал. Я прожил с первой попытки неплохо, это 17 часов. Чайно на самом деле. А? Это крайне трудно оказывается. Ну ладно, всем спасибо за просмотр.